Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как сделать лазер. Лазер — это очень такая интересная вещь в Майнкрафте, которая позволяет нам переключать несколько режимов в нем. Но об этом чуть попозже. Для начала нам нужно сделать 4 энергокристалла. Делаются они из редстоуна. Можно делать как заряженные, так и не заряженные. Так, мне, наверное, них... А, нет, хватит. Так, хватило. Ой, зачем? Нам же 2 надо было всего лишь. Ну ладно. Возможно, они мне когда-нибудь еще пригодятся. Я надеюсь на это. Так, ну ладно. Теперь сделаем микросхемку еще. Так, провода. Давно я не задействовал провода. Так, 6 проводов, 2 редстоун и железо. Так. И вот так. Потом 4 сверхпрочного сплава. Значит, нам медь нужна. С оловом. Так, это кладем сюда. Бронза. 6 бронзы нам понадобится. Бронза. По-моему, медь. Или бронза не нужна будет. Ну ладно, не важно. Сейчас проверим это. Так. Это, честно говоря, я не помню, что делается все. А, вот. Так, 4. И кладем в компрессор. Так, а у меня там что-то опять с проводкой какая-то фигня творится. Вы слышите этот шум? Это электричка у меня недалеко от дома едет. Тут что-то, блин, проводка как-то она. То ли не работает, или что. Ну ладно, пока что не будем здесь останавливаться. Вот, тут сколько кактусов уже накопилось. Я отключил вот этот вот утилизатор, потому что постоянно при заходе на сервер у меня вылетали все кактусы, потому что энергии не хватало. Глючные какие-то провода, я не знаю, с чем это связано, может быть. Ну вот, сделалось. А, и, кстати, нам понадобится улучшенная микросхема. Ну, для этого берем еще светопыль. Так, редстоун сюда. Светопыль сюда. И лазурит сюда. Микросхема. Так, сюда энергокристалл, сверхпрочный сплав. Так, редстоун вот сюда, микросхема сюда и сверхпрочный сплав вот так вот. Получился шахтерский лазер. Ну, надо его зарядить. Я так понимаю, раз тут 2 энергокристалла, значит он содержит в себе 200 тысяч энергии. Так, где тут можно... Это, блин. Наверное, опять энергия не шла. Ну, конечно. Зарядим его тут пока. И заодно проверим, чего у меня там вообще с карьером происходит. А, это что вообще? Наверное, там, блин... Здесь вот все. А, не, нормально. Еще пока здесь нормально все. Я думал, тут все приостановилось. Ну, вот камень идет обожженный. А, теперь надо посмотреть запасы ресурсов моих. Тут ничего нету полезного. Нифига себе тут. Это давайте-ка
сделаем вот так вот. Ну вот. Тут золото по-прежнему нету, железа дофига. Меди тоже дофига. И это серебро. Тут тоже все вперемешку. Мрамора дофигища. Глина. Ну и земля. Камня тут вообще немерено просто. Еще я хотел взять песка. Ну ладно, идем. Я хотел еще посмотреть кое-что. Тут у меня материи, наверное, уже столько. Ну, в смысле, это тюльсырья. Да. Чуть-чуть так вообще. Это заберем. Да, уж офигенно. Столько утиль сырья. Надо потом все это в материю преобразовать. Но мне, в принципе, материя это сейчас не особо нужна уже. Мне столько алмазики делать. Я уже как стал реже играть в Industrial, потому что, ну, практически все уже сделал. Ну, мне не хочется забрасывать его, потому что это великолепный мод. Так, ну ладно, что я хотел сделать. Песок потом положу туда. А, лазер мы же поставили заряжаться его. Тут у меня еще песок-то надо вот сюда. Сюда. Тут еще нормально, кстати. Ломаем. Ой, как лагнуло-то. Сколько у нас время? Ну, почти что 12. Странно, когда часы мне показывают. Показывают, что сейчас полдень. Ну, в принципе, логично, потому что солнце в зените-то. Ну, ладно, хрен с ними, с часами. Вообще вроде задержкальную выставил. А, лазер собрать надо. Так, лазер, вот он здесь. Итак, первый режим это у нас майнинг. Майнинг позволяет нам уничтожать блоки. Мы нажимаем правую кнопку и пучок энергии летит уничтожать блоки. Камень он уничтожает 6 штук, а землю 24 штуки. Ну, здесь как-то он не очень хорошо работает. Ну, вот так вот. Ну и блоки выпадают, соответственно. 1250 единиц энергии затрачено будет при одном выстреле. Также, я так думаю, можно использовать лаппак. Ну да. Вот. Урон у нас по существам будет 3,5 сердечка. Давайте проверим. Что оно? А, ну вот он поджигает, к тому же их еще. И корова начинает себя странно как-то вести. А курица? Курица погибает. И сразу у нас выпадает жареная курочка, кстати говоря. Бедную коровку замочим. Вон три сразу. Мяско выпало. Так. Теперь мы нажимаем букву М английскую, ну или русский мягкий знак, нажимаем правую кнопку. У нас меняется режим. То есть получился малый фокус. Малый фокус это вообще какой-то дурацкий режим. Затраты на выстрел всего лишь 100 единиц энергии, но он нифига не стреляет почти. Урон по существам идет вообще 0,5 энергии, 0,5 сердечко. Ну и камень ломает только один, землю только два подряд. Ну, в общем, бесполезный такой режим. Следующий режим у нас такой вот длинный. Большая дальность, короче, переводится. Вот. Это
по-моему, один из самых затратных режимов. Затраты на выстрел идут 5000 энергии за выстрел, но он преодолевает 27 горной породы, ну, то есть камня, и больше 128 по горизонтали земли. Давайте сейчас это проверим. Ездят. Давайте выстрелим. И вот он как далеко пробил. Сейчас я пробью еще раз. И теперь пройдем, посмотрим, сколько он. Довольно много, надо сказать-то. Вон, посмотрите, далеко. Нормально. И, кстати, урон по существам в этом режиме идет 10 сердечек. Вот. Так, следующий режим у нас это горизонтальный, но это практически то же самое, что и майнинг. Ну, фактически то же самое и есть. Только снаряд летит по горизонтали. Ну, вот так вот. Ну, ладно, не будем останавливаться на этом режиме. Урон по существам также 3,5 сердечка. Давайте включим следующий режим. Это у нас... Так, это у нас плазма. Плазма такой интересный вид, этот режим, потому что он превращает блоки в некоторые другие блоки. Ну вот. То есть из этого дерева, по идее, должен был превратиться уголь, только я не знаю, где он сейчас. Ладно, это не будем на этом заострять внимание, потому что если мы стрельнем в песок, то он превратится в стекло. Ну, стекло разбивается. Не написано, какие у него энергозатраты. Ну, вот стекло. Так, дальше. Ну, животных он превращает в жареное мясо. Так как практически и все. Потом у нас есть блок булыжника. Из блока блок булыжника он превращает в обычный камень. Вот. Ну, если у вас очень много энергии и что-то выполнено булыжником, можно вот так вот перестроить. Этот режим мне очень пригодится, когда я буду перестраивать свой завод. Чтобы мне не ломать это все, я вот так вот сделаю. А, и еще, кстати, когда мы ломаем какую-то руду, ну, тут, наверное, нету поблизости, мы в нее стреляем этим лазером, и у нас из руды выпадает уже слиток готовый. Ну вот. Слиток. Из угля. Ну, из угля уголь. И вот он добывает вот эти вот камни в виде камней. Ну, тоже очень интересный такой режим. Ладно, давайте перейдем к следующему режиму. Следующий режим это у нас рассеивание. Тратится 10 тысяч энергии на один выстрел. Но это на самом деле немного. Ну, потому что... Сейчас вы сами узнаете почему. Вот, мы выбираем этот режим и стреляем. И вот что у нас происходит. Вот такая вот фигня. То есть он стреляет квадратом из 5 выстрелов. 5 на 5, точнее, из 25. У нас получается 5 на 5 пучков летит сразу же. Ну, вот такой вот квадрат 5 на 5. Ну и вот что примерно происходит. Можно вот вообще вот так все разрушить. Ну, заряд, к сожалению, быстро тратится. Так, ладно, с этим тоже вроде разобрались. Следующий у нас режим это взрыв. Ну, мы вот так вот стреляем, и он, у нас все взрывается. Это очень удобно ходить так по шахтам. Довольно сильный взрыв, кстати, идет. Обсидиан. Ой-о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 й. Так, это я. Нет, обсидиан, по-моему, не ломает. Ну, вроде да, вроде не ломает обсидиан. Ну ладно, я надеюсь, вы поняли, что такое вообще этот лазер, что он из себя представляет. А, ну это просто.
Ну ладно. Поразвлекались и хватит. Теперь нужно выбираться отсюда. Вообще так все испоганил. И напоследок можно еще вот так вот сделать. Все лавой залито. Лаги. Лаги это из-за того, что слишком много вот этих вот итемов валяется. Да уж, лаги вообще серьезные. Надо это все забирать. Ну ладно, сейчас я это все исправлю. Ух ты, вы посмотрите, что я нашел. Это же самые настоящие алмазики. Ну вот, я взял кирку с фортуной. Надеюсь, что мне из этих двух блоков выпадет что-нибудь хорошее. Ну, два. Еще два. Еще один. Ну, в целом неплохо. 7 алмазов просто случайно найдены. Благодаря лазеру. Так, теперь выбраться бы, блин, отсюда еще. Ну вот, 7 алмазов нашел. Вообще даже не ожидая этого. И не ища их. Ну, это, видимо... Помните, я в начале серии сделал случайно 4 энергокристалла. Ну и вот что из этого получилось. Я добыл 7 алмазов. Ну это как, знаете, подашь бедному там каких-то 2 гроша, а потом в ответ получишь намного больше. Ну ладно, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Пишите комментарии, какие-то пожелания. Всем пока!